Утром 27 декабря многие жители областной столицы, добираясь на работу, видели последствия ДТП на улице Советская. В результате аварии был согнут и снесен знак пешеходного перехода. К 10 часам утра столкнувшиеся машины были убраны с места столкновения. По нашим данным, приезжал эвакуатор. Здесь же восстанавливался необходимый для безопасного перехода дороги знак. А вот место удара, который буквально согнул металлическую конструкцию. Каких-либо подробностей ДТП в госавтоинспекции нам не сообщили. По всей видимости, в этой аварии никто из людей не пострадал. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на снежной дороге. В предновогодние дни на железнодорожном вокзале можно встретить необычного пассажира – Дед Мороз с мешком подарков. С наступающим вас! Спасибо. Дед Мороз ходит по вокзалу не один, в сопровождении сотрудников линейного отдела полиции. Офицер линейного отдела МВД России на станции Тверь хотим поздравить юного пассажира с наступающим Новым годом. Пристань, пожалуйста. В обмен на новогодний подарок – стишок, песенка, а то и свод правил безопасности. Просто так не достается. Либо надо нам еще и правила рассказать. А, еще и правила спрашивают. Да, еще и спрашиваем правила, чтобы наши маленькие пассажиры все и всегда знали. Опасно для жизни? Почитай, что опасно для жизни. Это родителям почитай, что нужно родителям знать. И что нужно запомнить обязательно. Первый раз тебе так на вокзале Дед Мороз подарок дарит? Да. Да? Будешь соблюдать правила безопасности? Да. Молодец, Федь. Спасибо. Спасибо. Спасибо за стишок, Федь. Давай, Федь. Начиная с 20 декабря по 10 января у нас проходит всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Она проходит ежегодно у нас. В рамках этой акции мы поздравляем на железнодорожном вокзале, в электропоездах пассажиров, особенно маленьких пассажиров. Хотим подарить им сказку и в такой форме объяснить, раз еще раз напомнить, как надо себя вести на объекты железнодорожного транспорта. Держи подарок от Дедушки Мороза. Поздравляем тебя. Спасибо. Будешь соблюдать правила безопасности? Да. В рамках акции, которая будет проходить до 10 января, сотрудники линейного отдела полиции будут встречаться как с маленькими пассажирами, так и с воспитанниками детских домов. Подарков от Деда Мороза ждут все малыши.